Всем здорово, сегодня я покажу, как сделать из вашего голоса голос маленькой аниме-девочки или вашего любимого персонажа. Чтобы скачать, переходим на этот GitHub, ссылка в описании, и скачиваем основной архив отсюда. Потом переходим на Hugging Face, я рекомендую скачать отсюда самую первую версию из доступных, то есть с минимальной цифрой, потому что она будет работать стабильнее. Я изначально скачивал версию 12, и у меня выдавала ошибку, помогла переустановка на версию 11. После этого создаем где-нибудь папку. В эту папку нам надо будет разархивировать оба скачанных архива, а в эту мы будем загружать свои модели. После того, как разархивировали, можем сразу запустить. Теперь к настройкам. Параметр Gain отвечает за громкость входа и выхода, если микрофон тихий, увеличьте In. Если наушники тихие, увеличьте Out. Параметр Tune отвечает за тон выходящего голоса. Индекс немного меняет звучание, подстраивая под ваш голос. Лично я разницы особо не заметил, можете поэкспериментировать. Noise — это шумоподавление фонового шума, я тут ничего не могу порекомендовать, потому что у меня отсутствует фоновый шум. Этот параметр выбирает способ обнаружения вашего голоса, рекомендую поэкспериментировать. Threshold отвечает за чувствительность обнаружения. Chunk отвечает за скорость и четкость голоса. Если голос прерывистый, увеличивайте число. Но имейте в виду, чем оно больше, тем выше задержка, так как требуются дополнительные вычисления. Я рекомендую это значение. Экстра немного улучшает звучание, делает его более плавным. Можно выставлять как угодно высоко, если позволяет видеокарта. Но голос становится естественнее. В input нужно выбрать ваш микрофон, на который вы говорите, а в output то устройство, куда будет выводиться звук, про это подробнее позже. Теперь расширенные настройки. Рекомендую оставить значение по умолчанию, кроме этого. Теперь перейдем к установке другой модели. Для этого переходим на этот Discord сервер, идем в этот канал и ищем персонажа или человека, который нас интересует. После этого нажимаю на ссылку для скачивания. Для удобства разархивируем в папку в нашем каталог Models, теперь переходим в программу и нажимаем сюда, после выбираем любой из этих пустых слотов и нажимаем Upload. Для модели нам нужно выбрать файл с расширением PTH, а для индекса с расширением Index, после чего нажимаем Upload. Также мы можем поставить иконку для модели. Теперь, как нам вывести наш голос в Discord или какую-нибудь игру? Для этого нам понадобится программа Virtual Audio Cable или любой ее аналог. Вам нужно просто скачать ее и выбрать в output звуковое устройство, созданное программой. Дальше в Discord вам понадобится выбрать это устройство как устройство ввода, и теперь ваш звук будет транслироваться в Discord. Экспериментируйте с моделями и настройками, но используйте ответственно, не выдавайте себя за других людей, только в развлекательных целях и с оговоркой, что это не ваш голос. Иначе могут быть проблемы с законом. На этом все, задавайте вопросы в комментариях, спасибо за просмотр. Просто где я свернул свою жизнь и туда, чтобы заниматься этим на полном серьезе? 30 человек, типа, по полному серьезе разговаривают голосом аниме-девочки, и не знаю, на что он рассчитывает, типа, но он на что-то рассчитывает.